Здравствуйте, молодой человек, у вас такая очаровательная шапка. Расскажите, откуда вы к нам приехали? Саратов. Как вам Самара? Отличный город. Что больше всего понравилось? Пока надеюсь, что футбол понравится больше. А город как в целом? Уютный, хороший. Жарко? Да. В Волге купались? Нет, но мы сами с Волги. Ну, а наша Волга другая. Ну, может быть. Где гуляли, куда ходили? По центральным улицам, Ленинградская улица, набережная. Шарики видели? Модерн в облаках. Да. Как вам? Отлично. Как вы считаете, Россия сегодня с каким счетом сыграет? Ну, пусть 2-0. Хорошо, спасибо большое. А вас как зовут? Владислав. Спасибо вам, Владислав. Хорошей игры.